Ребята, всем привет! Сегодня выбрались на коп вот по старым советским огородам. Решили походить. Тут ни разу не были. У брата первая находочка интересная. Вот здесь он копает. Там еще какой-то сигнал есть. Вот у него выплыло советский билончик. 10 копеек 1923 года РСФСР. Такая зелененькая, но это отмоется в легкую, нашатырем за 5 минут. Еще какой-то у меня тут есть сигнал. Но, наверное, не будет второго серебра. Такое у нас место, вот огороды вот здесь шли. Вот здесь везде... О, бля. Вот здесь везде были огороды. Сегодня у нас 22 апреля, холодно, меньше 10 градусов тепла, с утра шел снег. Вчера целый день по дождю прошарахались, там по полям ничего не нашли. Сегодня решили вот здесь походить. Ну ладно, пока все. Ребята, вот я снимал серебрушку брата, он тут еще копал, сигналы у него были, но такие нестабильные, у него дискриминация въебана, короче, отключена больше половины, ходит только на хороших сигналах. Я пришел, короче, и зацепил в этой же две монеты, это у нас щитовики, 10 копеек и 15 копеек. Год примерно такой же, но они зеленые, особо ничего не разобрать, но это щитовики. Была, короче, рассыпушка из трех монет. Одна серебряная и две медно-никелевые. Вот здесь вот одна лежала здесь, у нее выкинута, вторая вот здесь, с этой стороны. Больше ничего нету. Такая вот рассыпушечка из трех монет. Ну что, сейчас походим, посмотрим, может еще что выпадет. Вот он ковыряется. Ребята, ну что, у меня тоже наконец-то находочка. Это у нас медная монета. Деньга. Убитая процентов на 70. Такая. Тут уже, блин, все такое окислившее. Если ее помыть, то останется медный блин, наверное. Но вот со стороны орла такая еще более-менее. На улице холодно, но продолжаем. Лежала вот здесь вот. Вроде и так тут не особо и сыро, но укакаленная монета. Поднялся ветер. Ну еще часок-то покопаем, наверное. Мы уже тут давно, но на ходах пока до этого не попадало. Всякие шмурдичины, пробки, бронзовые кусочки непонятные и подобное. Ребята, вот там перешли ручьи, пришли вот на такие, тоже это огороды были когда-то. Вот здесь зацепил сигнальчик хороший, выпало сразу два медика. Это у нас денежка и полушка Александр II, обе 1855 года. У денежки сохран чуть получше, но она коцнута, а у полушки сохран вообще по какой-то не особо. И монета не круглая, полушка почему-то. Вот такие находочки выпали. Вот здесь наконец-то две монеты еще. А то уже, блин, сколько проходили после последней находки. Ничего. Вот тут вот, как я помню, в 90-х было 5 огородов отдельных. Вот здесь. Но потом все закинули. Сейчас, видите, уже сосны начинают расти. Ольха. Продолжаем.
Походили, короче, по этим огородам. Ничего здесь нету. Вот там брат у болота где-то с края зацепил монетку. Это у нас 1/2 копейки серебром 1840 года, Николай I. Сохран такой довольно неплохой. Зеленуху смыть и будет нормально. А так здесь попадаются пробки, тюбики, всякое железо и все. Монет нет. Ну, может и есть, но во всяком случае больше не попалось. Сейчас дойдем, откуда начинали, и будем выдвигаться к дому ближе. Ребята, ну что, коп на сегодня завершили. Сегодня у нас на двоих 7 монет. Я нашел 1, 2, 4, брат 2. Ну, можно сказать, брат рассыпушку из 3 монет, это его, но все равно я эти 2 доискал. Самая лучшая монета сегодня у нас — это 10 копеек 23-го года РСФСР-ка, Белончик. Там же лежали 2 щитовика 10 и 15 копеек зелененькие в одном месте. Потом у меня попалось 2 монеты Николая II, Александра II, денежка и полушка 1855 года обе. Затем у меня попалась деньга, такая убитая, окисленная сильно. И у брата сейчас в конце попалась 1/2 копейки серебром в неплохом таком сохране. Вот такие сегодня у нас находочки. Кроме монет ничего интересного больше не попалось. Ни конины, ничего. Пробок уйма здесь, на этих огородах. Вот они. Когда-то все обрабатывалось, сажалось, сейчас все закинуто. Ну что, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.